центр вар Матеу Лаос. Прозвучал. Стартовый атакует Рики Пуч. Суарес в одно касание. И вот первый удар в ствол. Пуч здорово поддержал эту атаку и заметил здорово Суареса. Он Лоди с левой ноги подает. И момент опасный. Нет, не будет удара поворотом. И углового даже не будет. Такое решение принимает судья, хотя Маркос Льоренте не согласен. 5. В створ ворот крутит мяч. Опасно! Да, вот если бы в створ, то, наверное, был бы гол. Рядом со штангой мяч пролетает, и это первый в матче момент. На секунду мне даже показалось, что мяч залетел в ворота. Действительно, здорово исполнил Карлик. У Месси всегда есть отбор. Опасно. Ракитич. Ян Облак отбивает этот удар. Похоже было на нарушение правил, но судья дал в Турине. Итак, Месси. Это удар по воротам. И в створ, похоже, мяч летел, но на штанге стоял Диего Коста. Точки низом. Еще подача. Одна попытка. Ой-ой-ой! В свои ворота, похоже. Да, если не получилось... Нет, мне кажется, это Бускетс, нет? Ты думаешь, Бускетс? Да-да, мне показалось, что это он очень здорово так затылком прокинул мяч в ворота. Как бы там ни было, показывают Диего Косту, показывают Облака. Неважно кто, главное, что 1-0. Опять Лео Месси, опять в направлении. Что с Атлетико попозже? Караску бить отсюда можно. Караску! 11 метров. Караско все сделал на мастерстве. По сути, из ничего придумал этот эпизод. Против него были и Видаль. Терштеген напротив. Диего разбегается. Берет Терштеген. И нет добивания. Вот так вот. Марк-Андре Терштеген. Геройствует в воротах. Берет пенальти от Диего Косты. Мы видели, что пенальти. Итак, Сауль в тот же угол. А Терштеген летит в другой. 1-1. 19-я минута. Сыпят команды голами, и Атлетико отыгрывается. Но опять-таки, не знаю, согласишься ты или нет, 10 минут были равными, и 20 минут тоже равные. Атлетико вряд ли заслуживал уступать в счете. Да, очень зрелищно. Уже Альба в штрафной. Чуть назад Месси слева. И, наверное, планировал в противоход Облаку пробить в ближний угол. Но и Облак был на месте, и мяч пролетел мимо ствола. И удалось его обокрасть. Рики Пуч здорово продвинул Месси с мячом. Штанги. Месси. Удар. Ой-ой-ой, там рикошет, похоже, был. И браво, Облак. Вот настоящий сейв. Вот его первое настоящее спасение. Успел переадресовать мяч Месси. Лео в штрафной. Суарес в одно касание. Ловко на Семеду. Пенальти. Пенальти назначает судья. По-моему, в мяч сыграл Филиппе. Мне тоже показалось, что не в мяч, точнее, не тоже, значит, у нас тут взгляды разошлись. Но, конечно, такой кажется чуть что. Лео с левой ноги. Ну тут хоть двумя ногами с линии сходи. Хоть, не знаю, хоть прыгай, хоть что угодно делай. 2-1. Паненко забивает Лео Месси. Он и так тоже может. 22-й гол. Лео в чемпионате. Отрывается он от ближайшего преследователя. И укреп... Атлетико атакует правым флангом. Подача Ариаса. Коста! Продавливает Артуру Видали. И ты знаешь, мне кажется, если бы мяч полетел в створ, то счет стал бы 2-2. Смог отбиться. Возможно, именно такие моменты постепенно ему уверенности и добавят. Месси очень зол. И желтая карточка. Отмечали, что Эрнан... Не принимают... Ответ Атлетико Караско. Еще один, да? Так, третий пенальти. Третий пенальти назначает Эрнандес Эрнандес. Но я думаю, что здесь о смелости говорить не приходится. Мне показалось, что ноги достаточно. Итак, Сауль или Терштеген? Сауль удар. Все-таки гол. Но Терштеген, ну до чего же за него обидно? Он ведь опять его отбил. Но он же его отбил. А он взял и закатился в ворота. А у меня кстати, такой вопрос будет. Насколько вот сейчас удар в штангу от Сауля похож на откидку мяча от Месси? Атлетико ругался, может Барса наказывать за это. Видаль! Вот это был бы гол, если бы он сейчас забил. Он заработал этот штрафной. Он быстро разыграл его с Семеду и мог завершить. Это такой ответ Барселоны. Семеду, Феликс. Пробьет Жоу. Альба. На левом фланге подача. Ух, это опять Видаль. Это опять Артуро Видаль. Самый опасный футболист